Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Чистота – запорука здоров'я. А наскільки це відповідає істині, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Жить в чистой Украине и в чистом Николаеве как минимум приятно для себя. Благодаря организации Let's Do It Ukraine и акции «Сделаем Украину чистую разом» это место убрали наши волонтеры. Мы сейчас можем пройтись и увидеть, насколько тут сейчас достаточно красиво. Если мы будем не поодиночке это делать, а будем собираться и делать что-то вместе ради одной благой цели, то у нас все получится. В следующие года мы будем только набирать обороты и стремиться к лучшему. Сьогодні, друзі, ми пропонуємо вам на власні очі переконатися в тому, що жити в чистому місті набагато краще, ніж у брудному. А це, звичайно, залежить від тих, хто в цьому місці мешкає. По слідам мистецько-екологічного фестивалю «Чистофест-2017» пройдемось зараз. Господа, всі ми хочемо жити в чистом городе. Ну, вы хотите жить в чистом городе? Конечно, и я хочу жить в чистом городе. Что для этого нужно? Для этого нужно не сорить в городе, для этого нужно любить свой город. А еще знаете что? А еще для этого нужны люди, которые заботятся о чистоте нашего старого доброго Николаева. И сейчас я хочу вас познакомить с одним из таких людей. Это Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, будьте добры, мы все хотим жить в чистом городе. Александр, а вообще вот по-честному, вы любите город Николаев? Конечно, Николаев это мой родной город, и для меня это самый любимый город на всей Украине. Ну вот я думаю, что телезрители не станут возражать, что несмотря на то, что Николаев это наш с вами любимый город, и ваш телезритель тоже любимый город, но он не всегда блещет чистотой. Почему, Александр? Я считаю, потому что нам нужно воспитывать наших граждан, чтобы они сами понимали, то, что они тоже хотят жить в чистом городе, а не ходить и говорить, то, что у нас настолько грязно. Вот мы, к примеру, собрались 29 апреля и убрали всю Николаевскую область. У нас было очень много локаций для уборки, а потом провели «Чистофест», всеукраинский фестиваль, где доказали нашим согражданам то, что жить в чистой Украине и в чистом Николаеве как минимум приятно для себя. Александр, вы говорите, мы собрались. Кто именно мы? Поименно, пожалуйста, перечислите. Ну, если не поименно, то хотя бы в общем. Поименно я не смогу, потому что это было 25 тысяч волонтеров во всей Николаевской области и 1 200 000 волонтеров во всей Украине, которые собираются ежегодно под названием акции «Зробимо Украину чистою разом» и под названием Всеукраинского экологического культурно-экологического фестиваля «Чистофест». Каждый год мы собираемся от организации Let's Do It Ukraine и делаем нашу Украину чистой вместе. Александр, вы такой молодой, вы такой юный, и вы уже так активно занимаетесь общественной жизнью. Ваша молодость вам не мешает? Я скажу, наверное, наоборот, она помогает, потому что у нас, у нашей молодежи, вообще, я считаю, это же самая активная молодежь, что николаевская молодежь, самая творческая. И у нас есть очень много креативных идей для развития нашего города и как сделать его лучше. Вот вы знаете, еще когда-то Пушкин сказал, суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано. Ну, телезрители, ну это не я сказала, это Пушкин сказал. А вот Александр готов опровергнуть Александра Сергеевича Пушкина. Итак, не только суждены благие порывы, но и дано свершить? Конечно, я думаю, то, что если мы будем не поодиночке это делать, а будем собираться и делать что-то вместе ради одной благой цели, то у нас все получится. Александр, ну кроме того, что вы координатор фестиваля «Чистофест», вы кто вообще по жизни? Вообще, я уже 2 года являюсь главой Всеукраинского литературного клуба «Феникс». Мы с ребятами по всей Украине прославляем не только Николаевскую область, а и прославляем вообще любую культуру, любую поэзию, не только украинскую, а также прославляем поэзию и с Белоруссии, и с России, и с Молдовы. И также мы приглашаем наших друзей с Америки и с Молдовы тоже поделиться своим опытом, поделиться своей культурой с украинцами. Так вы поэт, Александр?
Я пишу, но как бы поэтом себя назвать это слишком громко. Ну, а если вот так уже по ходу дела что-нибудь из раннего или из позднего, можете несколько строк кинуть нашим телезрителям? На самом деле, давайте это я оставлю чуть в секрете, потому что мои стихи, они являются немного, я так скажу, как писал Есенин, немного с намеком к революции. Так что я считаю то, что я чуть насчет своей поэзии промолчу. То есть вы в душе революционер? Возможно, не буду скрывать. Ну и возвращаемся тогда к фестивалю. Итак, Александр, откуда начнем обозревать, чтобы телезрители увидели? Мы сейчас находимся на Нижнем БАМе, это бульвар Адмирала Макарова. Это красивейшее место города Николаева, стариннейшее, которое, я думаю, любят все телезрители. Ну, все николаевцы его очень любят. Итак, Александр, почему выбор пал именно на это место? Это было очень символично, так как Нижний БАМ мы собираемся отстраивать, так как эта площадка собирается возрождаться, и на этой площадке будут уже, я так думаю, летом проводиться культурно-массовые мероприятия каждые выходные, и этот проект, наверное, затеяло уже несколько лет, над этим проектом работает глава Совета по делам молодежной политики Анна Ганжул. Вот сейчас мы посмотрим первую площадку. Идемте, телезрители, вместе с нами. Ну, погуляем, подышите свежим воздухом. Друзья мои, погода-то хорошая. Мы идем к очень, кстати, историческому месту. Да, Александр? Вот эта вот фреска, которую увидят наши телезрители. Подождите, давайте, я думаю, что пропустим машину. Зачем нам бежать... Вот пропустили мы машину. Здравствуйте, господа. Да. Итак, Александр, рассказывайте. Я хочу сказать то, что вот именно эта сцена к лету будет уже готовая для проведения совершенно новых, в совершенно новом формате культурно-массовых мероприятий, там, где каждые выходные наша николаевская молодежь сможет прийти, посидеть на этом прекрасном склоне зеленом, постоять возле этой прекрасной сцены, которая будет совсем скоро готова, и насладиться приятным вечером. К примеру, в один вечер тут будут проходить литературные вечера, в следующий вечер тут будут проходить кинопоказы, а, к примеру, через неделю тут будут какие-то выступать различные музыкальные группы и петь песни. Так что я считаю, это будет, наверное, очень интересно. И именно поэтому символически было выбрано именно это место, именно эта сцена для проведения самого масштабного экологического фестиваля «Чисто фест». Вот вы ее привели немножко в порядок, да, насколько да, я понимаю? Да, мы здесь убирали, но совсем скоро она будет еще лучше выглядеть. Александр, а вы знаете, кстати, возвращаясь к вопросу о культуре, вот телезрители, вот эта вот фреска, которую вы сейчас увидите, она разрисована. Это же ненормально? Конечно, ненормально. Я думаю, то, что наш горсовет, я надеюсь, уладит этот вопрос, и стена будет приведена в более лучший вид. И когда люди будут сюда приходить, они смогут, им не будут резать глаза вот эти вот непонятные граффити. 2017 год является самым важным годом для всеукраинского фестиваля «Чисто фест», так как все 24 области Украины, кроме Киевской области, соревновались между собой за звание лучшего фестиваля на территории Украины. Лучший фестиваль, лучшая область, которая провела фестиваль, получит приз не только от национальной команды Украины, а также и от партнера фестиваля. Кто партнеры? Партнеры фестиваля, генеральный партнер это компания «Биосфера», также это компания «PepsiCo», и также это все проходит под патронатом Марины Порошенко и Кабинета министров Украины. Вот так вот, телезрители, и мы сейчас пойдем дальше, посмотрим еще те места, которые охватывал фестиваль «Чисто фест 2017». Ведите, Александр? Пройдемте. Ведите, пойдемте. Мы сейчас с вами идем по старинной брусчатке. Ей столько-столько лет, что даже страшно сказать. Идти немножко неудобно, но вообще здорово, да, Александр? Абсолютно согласен. Я так еще думаю, то, что я вот когда прохожу по этой брусчатке, я всегда вспоминаю Одессу. И такое, вы знаете, особенно возле нашей речки, еще такой запах, знаете, хочется почувствовать запах моря, и ты идешь как будто вот по Одессе, и тебе так хорошо. Подождите, Александр. Давайте не об Одессе. Да, согласен. Или вы все-таки любите Одессу? Нет, я на самом деле
Одессу люблю только за то, что это город там, где можно прогуляться возле моря и почувствовать звук прибоя, услышать звук чаек. Это, конечно, приятно, но я скажу то, что Николаев – это тот город, который собирает все-все-все культуры со всех городов Украины и собирает его только в себя. Когда гуляешь по Николаеву, в любой точке нашего города можно узнать и Львов, и Одессу, и Харьков. Так что я считаю то, что наш город уникален. О, телезрители, наш город уникален. И сейчас мы спустимся по еще одной лестнице. Пойдемте. Она не такая старая, как брусчатка, но она тоже, ей уже немало лет. И посмотрим, что там, потому что фестиваль и туда добрался. Вниз пойдемте, телезрители. Телезрители, мы сейчас с вами спускаемся вниз. Кстати, это место, которое в Николаеве, наверное, оно было одно из самых грязных мест. Ну, уже, ну, из правды слов не выкинешь, Александр. Здесь было очень... Согласен, да, здесь на самом деле было очень грязное место. Но благодаря организации Let's Do It Ukraine и акции «Зробимо Украину чистою разом», это место убрали наши волонтеры и отсюда вывезли две машины мусора. И на самом деле вот мы сейчас можем пройтись и увидеть, насколько тут сейчас достаточно красиво и стало мусора намного меньше. Конечно, люди ходят, можно найти каких-то несколько бумажек, но по сравнению с недавним временем, на самом деле, это место стало намного чище. Ну, оно, если телезрители помнят, оно просто это была такая своеобразная свалка, мусорная куча, мимо которой хотелось как можно быстрее пройти, потому что и зрелищно, и на обоняние тоже не совсем было нарядно. А сейчас действительно такое местечко, телезрители, посмотрите, тихо, тень, ну тут можно и отдыхать даже, Александр. Я согласен, и вот как раз на нашем фестивале «Чистый фест 2017» николаевцы смогли тут отдохнуть при помощи туристической фирмы «Хантенгри». Здесь установили для детей и для подростков, ну, для всей молодежи, бесплатный веревочный городок. Вот как раз между вот этими вот всеми деревьями. И наши николаевцы смогли не только походить по веревкам, а также смогли покататься с тарзанок и также могли спуститься к речке. Ну вот, если честно, к речке, конечно, там большая вот труба, на которой, кстати, мы стоим, она не совсем... таит в себе не очень чистый. Да, поэтому нашим жителям было приятно походить, наверное, над землей. Но, тем не менее, даже несмотря на вот на трубу, на которой мы стоим, канализационная труба, открою такую страшную тайну, телезрители, но не пахнет. Вы не слышите? Ну, по-честному, не пахнет. А пахнет травой и пахнет наступающим летом. Это так здорово, когда пахнет летом. Да? Я согласен. Особенно после такой холодной зимы и даже апрельского снега, который прошел в этом году у нас в Николаеве, очень приятно почувствовать запах лета и запах весны, такой природы, которая расцветает, и это классно на самом деле. Телезрители, ну почувствуйте, пожалуйста, запах лета. Ну что, господа, надышались летом? А теперь давайте еще пройдем еще в несколько мест, на которых, где проходил, вернее, фестиваль «Чисто Фест 2017. И Александр нам расскажет, что там происходило. Ну и, конечно, мы все равно продолжаем дышать летом. Господа, пойдемте, Александр, да? По этой лесенке. Такая лесенка себе. Очень даже милая, железненькая. Но главное, что все ступеньки есть. Понимаете, телезрители, есть это все ступеньки, все. Поэтому, если даже вы боитесь упасть, не бойтесь. Лесенка хорошая, по ней можно ходить. Уже опробовано. Возле этого нашего прекрасного зеленого склона у нас находилась одна из самых больших ярмарок, которая проходила 29 апреля.
Вот как раз именно на вот этой вот площади находилось 30 палаток с различными мастер-классами и ярмарками, 30 различных видов хендмейта. Это в рамках фестиваля, да? Да, это все проходило в рамках фестиваля. К нам приехали, организация компании «Радужный мир», которые предоставили хендмейт, пригласили людей, и вот сюда вот именно приехали люди, которые показали свои изделия, которые показали то, что они делают своими руками, и они продавали это все на самом деле за смешные цены. И вот совсем недалеко от нашей ярмарки, вот как раз вот на вот этом вот прекрасном треугольнике зеленом у нас находился небольшой фестиваль еды и лаунж-зона. Там люди могли, у нас там стояли маленькие столики, маленькие стульчики, лавочки, а также у нас же был экологический фестиваль, мы привезли стогна сена, и люди тоже могли поваляться на нем, полежать, посидеть, ну, все для их комфорта. Также наша компания, наши партнеры Шесхол, они дали 300 бесплатных мороженых для наших детей, у нас проводилось множество конкурсов на тему экологии, различных загадок, различных, к примеру, дети выходили на нашу прекрасную сцену, рассказывали стихи об экологии, приходили, пели песни, мы им задавали вопросы, они отвечали на них, и за это получали бесплатное мороженое, и я считаю, то, что это было и для них полезно, и для всех николаевских людей, которые пришли это все просмотреть, тоже было полезно, а детям было вкусно. Александра, вот скажите, пожалуйста, в пятый раз уже проводится этот фестиваль «Чистофест 2017», то есть 5 лет подряд, и ну, какие-то уже результаты должны быть. Какие сегодня вы можете говорить результаты? На самом деле, я хочу сказать то, что за эти все 5 лет команда Let's Do It Ukraine, я не знаю, к счастью или к сожалению, только первый год являюсь координатором всеукраинского фестиваля «Чистофест» в Николаевской области, но когда я сюда пришел в этом году, я увидел то, что когда все начиналось с первого года, на самом деле в Николаеве было всего лишь несколько волонтеров, наверное, доходили до 100 или 200 волонтеров и все. На сегодняшний день всю Николаевскую область участвовали волонтеры и в фестивале, и в уборке нашей области уже целых 25 тысяч. И я считаю, то, что это только заслуга николаевской команды, которая работала ранее. И я надеюсь, то, что в следующие года мы будем только набирать обороты и стремиться к лучшему. Не только, чтобы наши волонтеры убирали раз в году, а также хочу еще сказать, то, что одной из самых главных целей нашего фестиваля, который я ставил перед собой, это было возрождение из прошлого также эко-патруля, который будет работать по всей Николаевской области и убирать нашу область не только один раз в году, а и, к примеру, каждые выходные или хотя бы 2 раза в месяц. Да, видите, фестиваль телезрителей набирает силу. Фестиваль «Чистофест». Ну а мы продолжаем нашу прогулку, потому что есть еще одно живописное место на этом маленьком участке, которое хотелось бы, чтобы и вы тоже вместе с нами посетили. Да, Александр? Конечно. Я думаю, мы давайте чуть пройдем к нашей лаунж-зоне, чтобы зрители увидели поподробнее. Пойдемте, телезрители. Вот, телезрители, мы с вами стоим на маленьком клочочке земли. Здесь изумрудная трава-мурава, которая еще недавно была пыльная, замусоренная, а вот такая сейчас она чистая. А знаете, как здорово ощущать ногами землю, и когда радует глаз зелень. Кстати, для глаз это очень полезная зелень, да? Конечно. И вот именно здесь у нас находилась наша лаунж-зона, и люди могли тут отдохнуть, выпить чашечку кофе или чая, а также поразвлекаться немного, поиграть в интеллектуальные, развлекательные игры. Также от наших партнеров, которые называются «Радужный мир» от компании, они привезли не только мастер-классы, а также они тут же на нашей лаунж-зоне развлекали людей с помощью настольных игр. А также тут же проводился с 4 до 5 фестиваль спорта. Я хочу сказать, что Николаев не только город культурный, а еще и спортивный. Я считаю, что нашим спортсменам есть что показать. И вот именно 29 апреля с 16:00 до 17:00 на эту зону съехались наши секции спортивные города нашего Николаева и показали показательные выступления и свои награды, которые они обрели вообще за все время своего существования.
И на самом деле, скажу, это было поразительно, так как это тут были и борцы, и танцоры, и фехтовальщики. Это было классно. Спортивные вы наши. И мы не только говорим о фестивале сегодня, мы еще и, пользуясь возможностью, телезрители, показываем вам еще раз, какие у нас красивые места, как здесь здорово. Особенно здорово, когда чисто. И есть еще одно место, на которое нужно обязательно, посетить, да, Александр? Да, и это будет наша финальная точка. Я хочу в конце эфира показать там, где у нас проходил парад яхтсменов. И сейчас предлагаю пойти на понтанный мост. Ну что, телезрители, вы готовы купаться? Прыгать с понтонного моста категорически запрещается. Ну не знаю, давайте посмотрим, там уже как карта ляжет. Господа, и вот мы завершаем нашу прогулку по Нижнему Баму. И, конечно, сейчас мы стоим около понтонного моста. Как я вам уже говорила, что, в принципе, прыгать с него, наверное, и не надо, да, Александр? В любом случае не надо, нет. Что, может, прыгнем? Да нет, я думаю, не надо тут. Я так думаю, опасно. Но есть о чем поговорить, да, Александр? Конечно, и есть на что даже посмотреть будет. Вот сейчас мы видим то, что у нас даже стоят несколько кораблей на суше, некоторые на воде. И хотелось бы напомнить всем то, что Николаев – это город корабелов. И именно главным сюрпризом для николаевцев мы на своем фестивале «Чистофест 2017» устроили парад яхтсменов. Это проходило как раз, вот хочу напомнить, 29 апреля. Хотя официальное открытие сезона для яхтсменов было только 1 мая. И вот даже пока что яхтсмены еще не кружили по яхт-клубу, они уже пришли к нам на своих яхтах. Размяли паруса, да? Конечно, показать николаевцам то, что насколько красив наш город, особенно когда по нему ходят яхты с белоснежными парусами. И вот именно по вот этой вот нашей прекрасной реке, по левой стороне, по правой стороне, возле пешеходного моста, кружили наши яхты и ослепляли просто нашей своей красотой, и люди смогли выйти и в течение получаса смотреть на это прекрасное мгновение. И вот все-таки, вы знаете, телезрители, мы все-таки беседуем не просто с координатором фестиваля «Чистофест», мы еще и беседуем с поэтом, но, Александр, все-таки я из вас выдеру хотя бы несколько поэтических строк на завершение нашей программы. Я прочитаю несколько строк, но только не своих, я прочитаю строки своего любимого поэта Сергея Александровича Есенина. Как раз вот мы стоим возле реки, возле такой вот стихии морской. Он рулевой и капитан, страшны с ним шквальные откосы. Ведь собранная с разных стран вся партия его матросы. Не трусь, кто к морю не привык. Они за лучшие обеты сожгут, сойдя на материк, путеводительные светы. Тогда поэт другой судьбы, и уж не я, а он меж вами, споет вам песню в честь борьбы другими новыми словами. Да, жизнь – это борьба, и хочешь, не хочешь, надо бороться, да, Александр? Я абсолютно согласен, и хочу сказать то, что это стихотворение было просчитано не зря, и выбрано тоже было не зря, потому что 9 мая мы ездили к нашим старикам и поздравляли их с Днем Победы. Их осталось совсем мало. Осталось единицы ветеранов. Осталось чуть больше детей войны. И для меня главной целью остается, несмотря ни на что, чтить их жизни, чтить все, что они сделали для нас. Они подарили нам жизнь, они подарили нам это самое чистое небо над головой. Это самое мирное небо над головой. И я считаю своим долгом подарить для них хотя бы один день в году их праздник Победы. То, что пережили они. И вот, значит, хотел бы тоже сказать то, что на Чистофест 2017 к нам тоже приходили бабушки и дедушки. И было настолько приятно видеть, вот, к примеру, идет бабушка за ручку со своим мужем, со своим дедушкой. И это настолько мило смотрится. Вот они уже прожили столько лет, почти сотню лет они живут, там 90, 85 лет, это не важно. И они проходят, смотрят на тот город, и они видят его не только так, как его видим мы,
Они видят его старым. Они видят его, какой он был раньше и какой он есть сейчас. Они видят совершенно других людей. Они помнят все. Они сравнивают. И это достойно уважения, потому что они прожили намного больше, чем мы. И сделали для этого города также намного больше, чем мы. Всеукраїнський мистецько-екологічний фестиваль «Чистофест-2017» завершено. І відтепер від кожного з нас залежить чистота нашого міста, яке чудове і неперевершено, в чому і переконаний наш сьогоднішній герой Олександр Єгоров. Я, Аня Дорошевська, прощаюсь з вами. На все добре!